Нужен кто-то? Я не знаю. Типа фаворит, но хрен знает. А потом будет что-то? Да, там нас АПС вспомнил. А мы не пойдем на ДБ, да? Сегодня плохой день. Да, ДБ. Ты вот как сначала добейте ДБ, РСК. Уже 11 часов. Такие а планы. Ну, ДБ. Ходили в Ольду? Нет. Не хватало одного слота, пришлось его забить. Там человек 5. Это меня не хватало, да? Да, где ты был? Да я на поезд опоздал. А спал чешо? Чешо. Ты мутант чешо. Взяли, выгнали людей из РК. На сколько выгнали? На 5 минут? Сейчас вернутся. На час. На час. Как раз на час убьем. Пса одного убьем одного пса, не агрит ничего. А вот ты даже не быстрый, ты супер реактивный. В смысле? За час лича убить, а тут еще два квартала. Общий дамаг. Ссылка. Ай, короче, я иду направо. А, там ленточка. Ну что теперь? Ленточка хорош. Кто даст 5к за ленточку в трейд РЛ? Кто научит РЛ не занимать денег у других людей? Никто. И проигрываешь. Слушай, а зачем ты вообще занимал 15к? Ну вот так типа. Ну он арканит покупал. Меня не хватало до сих. А, да, точно, я вспомнил. Ты же спамил все время, арканит покупал. Кидай вернул стенточку. Восемьдесят восемь, топ ролл пока что. И 97. Зипан пик. Нет, ну вы чё, издеваетесь? 5к. Лазипан, куплю за 2к. Две этих пачки трэша. Забирай. За 2к. Не-не-не, пошли. Ставил рыбу справа от рейда, кушайте, кому надо. Так, на рендже у нас стоять 3 охотника. Я это 4, протопал это 5, 2 совы это 7. И какие. И все локи. Не так. Даже не так делаем. 3 ханта и я. Не так. 3 ханта и я. Это 4. 3 лока. Это 7. Протопал 8 и лизнито тайм 9. Все, вот так вот стоит. Давай сюда. Подожди. Я тебя побежу, но ты не хант, короче. Ты 3 охотника и прист. Увы. Каску попал один. Ладно, ничего. Почему не магом на рейнже стоять? Магом не это, дай мне 300 баф. Так, сейчас даю, все готовы, 300 баф. Поклонский, иди, начинай. Погнали. Герус Булу? Да. С вами же. Надо
Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Надо подождать. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Как захиливаете блюющих людей? Вы с Трафалами выжал, а не ужасный внутрь. Липучка вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы... Только прихиливайте. Ханты пиздуйте на свои места. К Минидора захил, я плюю прям в луже. Поднять Авентадора. Нет, она не на ренже все равно. Липучка вонючка. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой. Умерла не на ренже. Прям сейчас будет, походу, Аня. Захильте хорошо. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Липучка вонючка. Отличные новости, народ. Я починил труп. Шой. Забери его на себя, и Танч, а не Милджалс. Не бери того большого, по-плански, забери его на себя. Хил. Взрыв. Он тащит один. Прожми только, не зыбл. И все. Смотри, тоже не зыблемость. Прожмите, это вас пробивает сильно. И сыпется. Тесова. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круиз. Все, приду, отойду быстро. Листи распылили? Туресы там, кожаные. Знаю. А умирали люди? Наверное, рыбу надо поставить. Ну, у нас один два. Давайте хавайте рыбу. Давайте готовность. Так, все готовы, давайте на счет один пуляем, три, два, погнали. Бля. Квадрат. Луну будете сбегаться. Устань чуть назад. Хан.
доступ спорам. Споры в шаманов. На танке есть, вынести из мили. В мили, северсный прием, блядь. Красав. Давайте, детка, и в них прожались. Хорош. Мертвец! Мертвец! Лина, а почему твой пет у меня чаржится? Слушай. Ну ты ж её зайка. Вот, честное слово, без понятия. Ну, типа, я тебя даже ни разу в таргет не выбирала. Хочет тебя, хули пишталик выбил. Два этапа попал. Моим любимчиком, как и Гниломорд. Молодец, что столько газа. Я его даже чувствую. Брюки, рольки. Кольцо. Как это... А, ладно, уже. Спек порол. Ролил плащ. А кто плащ забрал? Знаю. Да, ну, типа, у меня что бросается после 5 секунд, как я объявил, мне уже не показывает этот ролл. Так я Северус не знаю, Снейп там после Линтонель. Лизни, ты там спекнись, пожалуйста, на профи в хило. Ой, спасибо. Ваня, ты чё, первую пати хилишь? Не, я в АФК шел. Я смотрю, первую пати хилишь. Агрессно. К это? Стопать, если чё. Ну, никто не хилил. Мы зелёного не замедляем. Первого зеленого не замедляйте, будьте стоять, миленькие. Кожу будьте стоять. Будьте стоять в квадрате, когда будем бить слизняка. Первого будем стопать. Дайте фулба, пройду каску, пожалуйста, пройду. Бежал себе снайпер где? Без меня. Может быть, может быть. 300 я голов. Я шурму себе просто хочу пойти купить. Чё, хочешь пойти попить? Шаурму пойти купить хочу.
Шарму? Да. Какой шарма? Шаурма. Ты не знаешь, что такое шаурма? Из кошаки. Шаурма, ты что гонишь? А где ты в Киеве в 11 вечера найдешь шаурму? На вокзале. Кстати, да. Но там она не очень, по-моему. У меня очень. Там, короче, когда ты купишь шаурму, в 11 вечера ее заберут, заберут у тебя деньги, еще ему же ата-та сделают. Да не, у меня с этим все порядок. А хавайте рыбку, вот поставила, кто умирал. Ты знаешь, хоть из чего ее делают? Есть свинина, есть баранина. А кошатин ты не хочешь? Нет. Ну вот. Бочатина делают, с кошатиной вряд ли. А в Украине кризис, ты че? По-моему, ну, по крайней мере, которую я ел в Киеве, ее из курицы делали. Да. Пожалуйста, тот. Знаю, сколько было шаурму, там мясо на вертеле будет, было, а что за мясо, хер его знает. Да ты просто сыр. Поклонский Китикат, мы будем стопать. Китикат, ты тут? Китикат. Он заебал. Вечно фукашит, вечно подбирает. Все время фукашит, он здесь уже. Петух. Китикат, ты тут? Все, все тут, давайте, погнали. Будем стопать, не вливайте бурсты. Слизни тоже бурсты не отдавайте. Animal Planet, ты первого слизня вообще не замедляешь. Держи орехи на ББК. Это кло прожимки красного? Прожимки под два слизня, когда будут. Стас, ты будешь пить куку? Уже Animal Jazz. Наверное, он залагал. Дайте по нему дискал, дайте ему по ему не будет дискал, дайте. Я сейчас выпью. Я выпил. Короче, бой, пей. Давайте, бьем все зеленого. В лужах не стойте, че вы? Давай. Стрелужи, пьем, еще могу дать эту на хп. Давай, Войт, выпивай. Все под стеночку. Зеленым. Да он не успеет выпить 4 лужи. Да успеет, сейчас переходка нормально. Давайте, го. Давайте по дебафу. Не допью. Вы захилить теперь это все. Он, давайте по неустойчивому, слизняку речь. Дима, добивай лужи. Пьют, огонь пьет. Красный. Аккуратно, красный. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще... Зеленого все. Зеленого. Падай. Еще ладно, падайте, это все, пиздец. Я не могу сказать, ты плют вообще? Я могу на этого босса в ВДК спекнуться, посидеть в кукле. Как неожиданно. Интересно. А где в натуре все нормальные пацаны? Что это за люди? Почему я их впервые вижу? А что, мы в поселок идем? Вам. Цирк 5 хилов. Это, ну ты видишь, типа зеленый 4 раза менял таргет 5. И умер только хатай, когда 5 хилов. Да там бы и так упали. Я просто говорю, что типа... 5 хилов на профи, это вообще, типа, отличная тема. ДЦ это отличная тема, 3 хила. ДЦ это такое себе, вот на профи 3-4 шамана, как было в прошлом, позапрошлом моем рейде. 4 шамана, тупо зеленый на переходке, незамедлен, выбирает 8 раз таргет, никто не умирает. А, то это теперь все такие рейды? Можно ли вливать? Люди такие хуёвые, просто то был пиздатый, где было 4 шамана.
Там так цепуха летела по райду, как надо. Джерри, он не спекнулся или будем ждать протопала? Не знаю, он что, вылетел вообще? Не знаю. Вы пока ищете протопала, я могу за шаурмой сходить. Не-не, какая шаурма? Блять, охуенная шаурма. Да блин, найди кошку. Зажарь ее. Булку найди. Булку кинь, у тебя шаурма. Чего, у вас доставки-то нету? Булка доставки нет. Шаурмы? Гонца послать? Доставка шаурмы. Выйдет как 10 шаурмы. Недавно Макдак открыл там доставку. Нормально стоит. Советую. Это не Макдак открыл, это посредники. Ну, тем не менее. А чё вам васаба не взяли? Он васаба зови. Надо протопал. Вообще, нахуй ты меня локом взял, пиздец? Говорил, что райд слабый, надо дамагер. Или не а говорил? Я бы варом нормально бы дамажил. Чё, наравне со всеми. Да, с танками тут. Джаз, ты тут? Кто? Да ты кикни его пока, он вылетать же еще будет. Адовый, ты тут? Адовый, ты кто? Это Вар. Ну. Васап, ты тут? Да, тут. Тебе попал есть? Не. О, да, миска у тебя точно миска. Да, не заходи на БДК, а Поклонский зайдет на протопала и все. И завтра без протопала, и у вас крестьян. Да, могли бы вас на мишку, он же мишка тоже умеет танчить. Какая разница, типа, что сейчас без протопала, что завтра? Завтра у нас на завтра не протопала. Джерена есть протопал. Нету протопала, вы достали хил с фаланиром. Ну, видишь, нам некому танчить. Пускай лучше вас сам зайдет за свою мишку потанчить, чем мы будем Поклонскому мишить, когда. У меня второй есть протопал. Да, кстати. А, ну заходи тогда. А WhatsApp может ЧПшкой пить. На крайняк там. Ставьте портал. Нам нужен БДК. А, все точно. Точно попало заходит. Поклонский попросил портал, 4 мага так и поставили. Ладно, сам поставлю. А, секунду, я другим бы БДК зайду. У нас только этот профи кровь типа осталось. Шаурмой сходил уже за любимым Антон, ты тут? Нет, я не ходил за шаурмой при Сумонте. Зачем тебе шаурмы? Иди там пельмешек свои, макарошек. Да каких пельмешек? За пельменями надо идти, их надо варить. Ты что, гонишь? Шаурма это еда, блядь, богов. Богов, да, я согласен. Сходи. А сколько тебе билет? Мне 23. Антон, ты в Макдональдс можешь сходить? Ну я посмотрю на тебя через 5 лет, как ты будешь говорить, что шаурма это пища богов. Блядь, так я ж ее не каждый день ем. Хлеб с майонезом, пища богов. И с колбасой. Ну это вообще, блядь, не знаю. Ага, еще со сметаной и сахаром скажите, блядь. Дайте Кральчику, пожалуйста, 2 банки, чтобы она мне еще одну дала. Ты... Не знаю, тема вкусная, ты когда берешь. Че ты залагал? Че, Ваня, берешь?
Я завис, сейчас перезайду. Ваня что-то рассказывал. Раса, слышно? Да. Ты пропал. Берешь хлеб белый, режешь его, ну, такими скибочками, как обычно. Подсолнечным маслом поливаешь сверху солью, затем... Я только не солью делала, а этим, ну, приправами, типа, мигина. Вообще тема, ты когда берешь скумбрию, солишь, а потом идешь на горячее копчение своим. Вот эта тема. По интересам мы нашли друг друга. Но лучше всего драники. Я в детстве брала бутер, мочила его и посыпала сверху сахаром. Мы базарим по еду, про еду, тайчик, любовь и готовность, лизипан, визнитотем, адовый, китикет, гетто. Гетто, китикет. Гетто и китикет. Китикет, блядь, как дела? Гетто, китикет. Где рыба? Гетто, ты тут? Вот. Это почту может поставить? Где-то ты тут? 1, 2, 3, 4, 5, вышел зачем погулять. Где-то... Все, все тут. Иди пей Поклонский. Только не сливайте свои бурсты ни на что. Вообще, просто бейте. Будем сливать на переходе. Все, начинаем. А, да, там, кстати, тема обязательно условие, чтобы масло было домашним, а не магазинское. И стойки в квадрате. Я на блокад поставил рогу. Давайте с центра все ушли. Первого слизня не замедляешь. Так убивай. Стопайте, по профу стопайте. Бейте. Давайте в слизня. Подавайте по профу. Бафом играйте. Под бафом играйте. Зеленый к столу. Столу, да. Чему Грета? Грета, чему передай? И по дебафам уже играем. Давайте. Он красного в зеленого сбежались. Три на противоположный магический панцирь. Как красного. Поднимите их, это... Пижон, поднимай Вейстерфала, а Вейстерфал, поднимай Хатай. Давайте, резче. Блин. Я под зеленым. О? Ты не то нажал. Поднимай Хатай. Бейте. Ты че, тело под... Да покинул, то ладно, вообще 3 хила захилить. Сдохни. Бейте все зеленого красного. Приготовьте. Видишь? Все замерли. И по профу, и под зеленый краник. Ага, не надо поднимать. Окей, квадрат. Лизи панк. Джарис, лизи панк. Хоть и зеленого. Хильки пижона, там, пельмени центр. Сейчас красный будет. Не центр, давайте по красному. Неожиданно.
Что, что он замена? Стопнули все по профу, стопнули по профу, ждем зеленого. Ждем. Милики в меточку ставим, в квадрат. Да, в звезду. Зеленую. Я это... скраючу. Ебать. А, это пиздец. Попадаем. Бля, ну пацаны, вы чё ёбнутые? Поставил же звезду вам нахер. Что это, старожила, смутяночка, Оксана, бедолом, Вейстерфал? Для кого звезда стоит? Для жопы? Там не в этом дело. Там пельмени летели. Пельмени в звезду не попали, когда отходит звезда. Или вы лупитесь тупо такой в Red Frame, такой лупитесь, блядь, и не смотрите на экран. Там Лизон постоянно попался, блядь. А что, надо смотреть в экран? На вкус как вишенка. Ой, извините. Вообще, как? Вообще два друля и Холи Прист умерли. Как вы умерли? Ну, мы упали из-за того, что зеленому никто не сбежал. Мы бы неправильно стояли. Ну, бой еще на инсте идет. Кто там еще не сдох? Не-не, все уже хорошо, не волнуйся. Блядь, шарма закроется. Вы что, гоните? Ребята, а какую АДК хавку хавают? На ап? Сила. Шарму. На силу, то есть там что-то драконоперая рыба-ангел, да? Да. Угу.